Радостные новости для влюбленных. С 19 мая три ЗАГСа в Нижнем Новгороде возобновят точный прием заявлений на заключение брака. Это Нижегородский дом бракосочетания, Автозаводский дворец и Заречный дом бракосочетания. Однако подать заявление лично можно только при предварительной записи. При посещении ЗАГСов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, надевать перчатки и маски и соблюдать дистанцию.